вечер, Замечательной песней открыл нашу программу народный вокальный ансамбль «Сударушка» агрогородка Кочище Ельского района. Наверняка сегодня многие со мной согласятся, что теплое время года – это лучшее время для путешествий, организованных, больших и маленьких, стихийных, всего на один-два денька для того, чтобы набраться впечатлений и пополнить копилку своих знаний. Сегодня, дорогие друзья, в ходе прямого эфира предлагаю поговорить о достопримечательностях нашей малой родины и путешествиях по Полесью и, в частности, Ельскому району. Звоните нам, пожалуйста, в студию 34 22 43 номер нашего телефона. Рассказывайте, где именно на Полесье вы советуете побывать. И э, что вы считаете символом Ельского района? Присоединяйтесь к нашему в разговору в Вайбере. Его номер на ваших экранах. Ну а я хочу познакомить всех зрителей с участницей коллектива «Сударушка» Наталья Цалко. Добрый вечер. Здравствуйте. Наталья, вы руководитель? Нет, Не я руководитель? участница. Э, понятно. А руководители у нас... Э, В зрителях зрители, сидят, да? Но да. Это... Ну, сейчас э, давайте, знакомьтесь с коллективом, пожалуйста. Ну, у нас есть руководитель, это Воронович Николай Викторович. Так. И участницы, э, Матуска Анна. Анна, кивните головой. Так. Да, Светлана и Воронович Валентина. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, а как давно существует коллектив? Честно говоря, я... Хочу сказать, что он изначально еще зарождался, когда работала я. Это было очень давно, но вообще коллектив у нас со званием народного совсем недавно, ему в следующем году будет пять лет. Прекрасно. Ну вот именно в этом статусе вы решили, так сказать, в звании народного, да, определить, что ему пять лет. Наталья так интересно сказала, ей самой 18, и когда работала я, стало непонятно. Ну ладно, много лет коллективу, а на самом деле вот, в звании народного 5 лет. Наталья, где ваша малая родина? Моя малая родина там же находится, в Агрогородке, в Кочище. Кочище да? Я там родилась и там живу. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, а вот с коллективом куда приходится выезжать? В каких районах бывали? На каких мероприятиях? И успеваете ли если получается, познакомиться с достопримечательностями тех мест, куда вы езжаете. Да, у нас мы э, очень часто ближайшие районы ездим. Это, Полесская. это, это район, это Лильчицы, Лильчицкий район, это Октябрьский район, это э, и у нас есть э, э, Речицкий район, мы даже были там. Uh -huh. Ну, наверняка um, это и Петриков, и Мозырь, и Петриков, правда? И Мозыр, да, uh -huh. очень много где. Помимо этого, мы очень часто бываем в Гомеле, в Минске. Нас даже приглашали за рубеж, наша Украина. Мы ездили в Житомирскую область, город Хорошев. Прекрасно. Да, очень хорошие там есть праздники, праздник Рушника и... День независимости. Вот мы uh -huh. там частые гости. Очень здорово. Наталья. Ну а если приходится знакомить гостей с достопримечательностями своих мест, вот что в первую очередь называете и куда в первую очередь ведете гостей? Ну, конечно же, в первую очередь мы приглашаем всегда гостей в Агрогородок. Кочище. Кочище, конечно. Да. Это же лучшее место на Земле, правда? Да. Ну и, конечно же, мест очень много. Если я начну говорить, это просто не перечесть. У нас очень красивые места, есть что показать, есть что посмотреть. Я понимаю, не хотите никого обижать, Ещина да. прекрасна, как и все Полесье. Да. Спасибо вам большое. Какие только объекты и предметы не претендовали на звание бренд Ельского района. Это и полеская вышиванка, и сосна-чаша, наивная живопись Михаила Засенца и местное кушение Квасовка. Все предложения, безусловно, были очень достойны. Подведены ли итоги конкурса бренд Ельского района и как это повлияло на интерес туристов к, местному, к, мест, к местным жителям и к краю. Об этом и не только. Конечно же, поговорим с нашими гостями. Знакомьтесь, пожалуйста, Татьяна Кашевич, директор Ельского краеведческого музея. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер. Ирина Хотько, библиотекарь Ельской районной центральной библиотеки. Добрый вечер, Добрый Ирина. Вечер. Естественно, Евгения Шадрина, директор Заширского. Культурно-спортивного центра. Добрый вечер, Евгения. Здравствуйте. А, ну и, конечно же, Елена Музыченко, директор Ельского районного центра организации культурного досуга населения и методической работы. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. И Татьяна Никитка, заместитель директора Ельского лесхоза по идеологической работе. Добрый вечер. Ну что ж, вы мужчин не взяли, только один Николай женскую бригаду разбавлять. Зато какой, правда, мужчина. Ну в Ельске же остались мужчины, я так понимаю? Остались, остались Татьяна? Да, Хорошо. Они, они все заняты на работах своих, все, да, понимаете? Вот. Женщины по более передачам, да, По В это передачам время, да. ездят да. дамы. Да. А, вам вопрос. Вот чем интересно Полесье? А, какие территории и какие объекты особенно заинтересуют туристов на Полесье? Ну, вы знаете, наверное, я правильно скажу, что всемирно известным наше Полесье э, стало благодаря этой природе неизведанной, которая сегодня есть и еще сохранилась в наших полесских лесах. В том это, виде? В том виде, Полесье? Да, да, это поймулек, на это, э, это речушки малюсенькие, да, это неизменные луга, это те места, в общем-то, даже непроходимые и болота, на которых сегодня комфортно живут животные, там, где прораста произрастают и даже дикие растения сегодня. И, конечно же, мне кажется, туристу будет интересно посмотреть эти места, прежде всего, побывав в национальном Припятском парке, потому что там тоже разработаны экологические тропы. В 1998 году там был открыт Музей, музей природы, да, да, великолепный музей, в котором, в общем-то, можно узнать все э, по эволюции, даже от археологических каких-то раскопок и до сегодняшнего жития полешуков. Э, нас окружают, и э, я имею в виду Ельский район, а Ельский район находится на территории и Мозорского полесья, и Гомельского полесья. Нас окружают и Калинковический район, и Лельческий район, и Мозорский район, они являются нашими соседями, конечно же. У каждого города своя архитектура. Взять куда даже Мозырь, да, даже взять да. Мозырь, он рядышком совсем, да, возле нас великолепно. Есть что посмотреть, есть куда сходить. Лельческий район Леса тоже великолепные, со своей клюквой, брусникой и прочими дарами и грибами. В общем-то нельзя не назвать ни одного из полесского района, который чем-то был не э, отмечен, да. А еще вот мне хочется рассказать про людей. Ведь вот. понимаете, а -а -а. людей же называли полищуки, так? Но у нас Не на Полесье полишуки, а полищуки. А, полищуки, но у нас на Полесье по-простому, по белорусскому, полишук называли. Полищук. А знаете что, полешук очень долго думает, он долго думает, но по своей натуре он добрый и прежде чем чего-то исполнить или помочь как-то, вот он должен все это вот в себе это вот пере перемолоть попросту говоря, да, передумать, а так ли это будет? А не так, потому что еще и сомневается ко всему прочему, да? Абсолютно так? точно. Понимаете? Но если приедет к нам турист или гость, к нам к нам наш город, к наш район, то, конечно же, это в первую очередь гостеприимность и приветливость. Всегда mm -hmm. Полишук встретит накормит, чаем напоит и расскажет. И расскажет. Да. Спасибо вам. Такой рассказ приятный. Я думаю, что мы сегодня еще много всего интересного услышим. Но вот э, меня интересует. Вот эта Полесская область, которая э, существовала до, если я не ошибаюсь, 1954 да, года. Да, правильно? Да. И включала территорию Ельщины. Да. Э, вот, она, э, центр был в Мозере. Правильно? Да. да Мозер да, да, это да. был областной центр. центр областной, Скажите, пожалуйста, да. ну вот чем в те годы отличался, выделялся на общем фоне Ельск в составе этой Полесской области, и чем сейчас выделяется, кратко? Ну знаете, на самом деле с 1938 по 1954 год мы входили в Полесскую область, и центром который был Мозер, э, Мозерский э, э, уезд тогда говорили, mm -hmm. да. Эм, можно сравнивать что? Во-первых, животноводство. Так? У нас было на территории нашего района было более развито животноводство, нежели сельское хозяйство. Почему? <свист> Сейчас скажу. Потому что болотистые места были в общем-то, было все замолочено и, заболочено, и только в 63-х годах, когда началось осушение, Большая. когда начались каналы, мелиорация, так, на этих полях стали уже засевать картофель, пшеницу, зерновые, зерновые да. -то. Ну, то есть люди уже занимались не только животноводством, но и сельским а хозяйством. вот мне интересно, животноводство, какое в частности? Это крупный рогатый скот, это молочное производство, Это молочное мясо? производство, это мясо, Или овцы производство. Были тоже. Ну, я а не может, знаю. уточки плавали? Вы знаете, и уточки плавали тоже. И овец, как бы, вот я особо не, не знакома. Сейчас больше держат, держат вот. овец, чем, чем раньше тогда. держали. Да. Угу. Сейчас больше. Ну, а, конечно же, после 54 -го года, это 60-е годы, это электрификация, это... Раньше же ведь были какие грунтовые дороги, да, можно сказать, ужасные. Это и приложение, начали класть шоссейные дороги, это и строительство, это не только деревянная застройка, но это и застройка уже уже у нас микрорайон появился, это и кирпичные дома. В общем-то, э, инфраструктура начала развиваться. В том числе в 60-м году был построен у нас в городе Наш городской дом культуры, uh -huh. да, в котором э, в доме культуры находилась, располагалась тогда библиотека центральная наша, и начинал деятельность наш э, краеведческий музей на общественных началах. Который и сегодня и везде... работает, и, кстати, yeah. именно он и приглашает, и дает возможность бесплатного посещения всей семьей тому человеку, yeah. кто ответит на вопрос сегодняшнего эфира. Yeah. Вот yeah. мы уже немножко поговорили о Плешуках, уважаемые зрители, а сейчас вам вопрос именно э, о человеке. Назовите белорусского архитектора, автора многих построек гомеля начала 20 -го века, кстати, уроженца именно Ельского района. Приз, правильно ответившему, это бесплатное посещение краевеческого музея города Ельска. Я думаю, что всей семьей, да. И еще один приз – это приглашение на выставку в Гомеле. Но приглашение не покажу, потому что оно будет являться подсказкой для вас. Поэтому, пожалуйста, назовите белорусского архитектора, автора многих построек Гомеля начала 20 века, уроженца Ельского района. 34 22 43, номер нашего телефона. Ждем звонков. Продолжаем разговор. о а какие Какие объекты достойны зваться символами Ельского района? Вот кратко, как вы считаете? Вот всеобщее мнение, Наталья, что бы вы сказали? Сударушка, я знаю, да. сударушка, безусловно. Татьяна? Я, я, конечно же, не могу не назвать икону Васьковской Ельской Божьей Матери, так. символ нашего района. Я могу о ней рассказывать много, как она у нас появилась, почему она на нашем храме находится сейчас, и что с ней было. И, конечно же, не могу назвать нашу сосну, которая тоже является своеобразным оберегом сегодня. Даже художник Григорий Таболич, член Союза Белорусского художника, член Союза художника, художника Беларуси, Беларуси. Да. он приезжал к нам в район и угу. написал картину об этой сосне. Он бросил на нее рушник. А рушник это же тоже берег своего рода. Вот является. наша икона. Да, как вот раз на, икро, икро, да. на экране. И сейчас и мы попросим сосну чашу. А вот наша правильно? сосна чаша. Да, кстати, ведь сосна ведь дерево, которое является тоже своеобразной энергетикой. И она какая-то. Говорят: у каждого дерева есть своя энергетика, так и у сосны есть своя энергетика. И вот художник увидел ее и захотел ее написать. Тем более, очень интересная история я так кратенько расскажу. Был пожар в этой местности. В общем-то, горело все. Девочки наверное, знают так, и именно у этой сосны пожар остановился. Ну и вот с тех пор как-то она стала своим своеобразным оберегом для нашего района. И сегодня приезжают туда экскурсии, детки приходят, это не взрослые просто символ, приезжают. Это да, уже да, оберег. оберег. Да, 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 да. ну это же вот чудо природы. природы. Сколько да. у нее пять, вот этих вот отростков? Пять. Пять отростков да. и в форме чаши. В форме чашу. Человек не прикладывал. Понимаете, как хотите, рука да. и ствол, да. Да. Вот вам пять пальцев. Да, 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 да. Абсолютно точно. И человек точно не прикладывал никаких усилий к тому, чтобы Во она случае, выросла у именно такой Во нет таких фактов, чтобы ну может кто-то там связывал молодые веточки. Быть, говорят такое и есть, так, но я не думаю, что это у нас на Ельчине, потому что на одной единственное дерево у нас такое. Mm -hmm. Ну наверное и пятистволых деревьев тоже, ну, ну, не пятиветочных, мы. да, не вот так вот мы. на одном стволе. Мы ну вот, уникально. Да, вот, да. а кстати, сколько лет этой сосне? Я не могу сказать точно. Ну хотя бы приблизительно. Лет, вы... Ну может быть. 50, э, 50, вот нам Татьяна да, подскажет, Татьяна, да, Может быть. 60, 60, 60, 60. Я хочу сказать, что дерево довольно спелое, поэтому да. я думаю, что от 80 до 100 лет. Да. 80-100 лет прекрасно. Есть у нас телефон и звонок. Давайте слушать. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Здравствуйте, меня зовут Людмила. Очень приятно, Людмила. Сегодня у нас в гостях представители Ельского района, и нам так приятно их здесь принимать, прекрасные Поляшучка, если позволите так назвать, и замечательный Николай Поляшук. У вас, а вы имеете какое-нибудь отношение к Ельскому району или к Полесью в целом? А, ну да, я э, жила в Мозере, в городе Мозере. Так. Сейчас живу в городе Минске. Прекрасно. Вот, но на Ельщине была. И как вам? Очень хороший, замечательный городок. Очень хорошие люди, как я слышу, говорят. Вот видите, все люди отмечают Людмила. У вас есть ответ на наш вопрос, или вы хотите гостям да. свой вопрос задать? Да, я хотела бы ответить. Я знаю этого архитектора. Так, а, я нет, повторю. Нет. Э, смотрите, я повторю вопрос, а вы дадите ответ. Хорошо? Договорились? Итак, назовите белорусского архитектора, автора многих построек города Гомеля начала 20 -го века, уроженца Ельского района. Ваш ответ, Людмила? Ну, если я не ошибаюсь, то это Станислав Шабуневский. Людмила, вы умничка! Спасибо вам за ваш ответ. Откуда знаете? Ну, дело в том, что когда-то я была в музее, э, заходила и вот когда-то вели лекцию, такую или как говорят правильно, экскурсию. Вот, и как-то услышала, что был замечательный такой архитектор. Вот и ну, вот я попрошу нашего режиссера, вот она уже вывела э, в линию фотографию, все могут посмотреть э, на Станислава Шабуневского, 150 лет со дня рождения исполняется в этом году. Людмила, спасибо вам огромное, у вас замечательная возможность всей семьей приехать в Ельский район, посетить. Э, скажем так и город Ельск и музей в частности. Я думаю, что присутствующие здесь дамы не откажут вам Нет, и конечно. расскажут и проведут и все покажут. А кроме того, вот это прекрасное возможность э, сходить на выставку во дворец Румянцевых Паскевичей, на выставку, которая посвящена 150-летию со дня рождения гомельского архитектора Станислава Шабуневского. Спасибо вам большое. Уважаемые зрители, вы все равно звоните 34-22-43, рассказывайте нам, бывали ли вы на Полесье, на Ельщине, что видели и что советуете посмотреть. А также пишите в Вайбер. Я уже вижу, что есть первое сообщение, но пока обращаться к ним не будем а спрошу у вас вот другие районы проводили конкурсы бренд района я знаю что и ельск провел такой конкурс уже подведены итоги да итоги подведены так значит победителем по интерактивному голосованию стала наша полезкая вышивка Прекрасно, сегодня у нас объект да. есть, да, стоит да, наш да, манекен, да. и э, на нем э, фартушок, кошулька, и что там еще, как вот этот головной убор называется? Ну, кокошник. Кокошник, угу. да, вот это и есть полезкая вышивка. Здесь именно на этом вот костюме, а здесь узор, которому он восстановлен, и которому более 100 лет, это в нашем Валавском центре народных традиций, вот его восстановили. Угу. Ну а вышивка набрала более 1800 голосов. Это был да, победитель. Да, да. А какие еще варианты были? Вот, Евгения, вот вы бы за какой бренд голосовали? Ну, знаете, мне сложно об этом говорить, потому что я не местная и живу обособленно в своем зашире. поэтому вы бы вот сказали что вопрос, за шире. ко Мне да. Вы бы сказали Заширье. Что значит не местная? Вы местная, самое что ни на есть местная. Я знаю, что вы с России. Я знаю, что вы, если я не ошибаюсь, где-то Челябинская область. Челябинск, так. Прекрасно. Вот э, Евгения сказала бы за шире, но вы не против, что выбрали Конечно. вышиванку. Здорово. А что сказала бы Татьяна? Я голосовала за вышиванку. За вышиванку голосовали. Что Ирина? Тоже только за вышиванку. Вышиванка. И даже не Хустинка Матулина, нет? Ну, пока нет. Вот смотрите, как у нас единогласно. А вы? Михася Азасинца, как же я а, не вы могу, сказали. он так, у так, меня так. в музее, экспозиции его, понимаете, бренд, ну, и тоже человек наивное искусство, который тоже заслуживает определенного внимания. Ну Там да. очень, интересные очень интересные работы, да, и да. это да. стоит того, чтобы опять-таки приехать, приехать в Ельский район да. и увидеть выставку. Наталья, ну а вы? А я за голосовку. Вот так. Квасовка, дорогие друзья, это, раскройте секрет, это блюдо. Да. Причем, как мне говорили в Ельском районе, что это первое. Хотите первое, хотите, хотите второе, десерт. а хотите третье, да? Десерт. А, основные ингредиенты? Честно говоря, я ее не делала, но я знаю, что туда входит очень много а, ягоды, а... Изюм, Изюм или черника. Черника, да, может быть, и не черника, но разные раз ягоды. Вот, и квасится это все, это очень интересно. Но но а это очень в... интересно. Да, это да. Жажду и... не делала, но много да. раз пробовала, да. правда, <laughs> и в качестве первого, второго и третьего. Замечательно. Вот с Ириной мы уже тут несколько слов сказали про Матули... Я сказала, Матулина Хустинка. Мне кажется, что это вот, ну скажем, категория, которая тоже достойна была бы звания бренд района. Безусловно. Эта коллекция имеет под собой огромную материальную базу, которая постоянно пополняется, растет, развивается, принимает участие не только в мероприятиях района, но и за его пределами посещает эту коллекцию тоже очень большое количество детей, взрослых. Вот недавно вы показывали фотографии. Пользуется, кстати, она большим, большим спросом именно у детей почему-то. Mm -hmm. Они по собственной инициативе, зная, что у нас есть эта коллекция, и приходят, делают селфи в платочке. А вы знаете, что они что любят? Чтоб не просто рассказывали, они же еще и любят потрогать, подержать и примерить они... на себя. Вот именно а... из-за того, что им Одевают на голову платок, завязывают. И и они показывают красуются, новые способы. И они правда? красуются, да, им именно этот процесс и нравится. Ирина, вы знаете, что наши зрители в курсе того, что у нас на программе э, не просто теория, но еще и практика. Поэтому давайте пригласим кого-нибудь из зрительного Анечку зала, Я приглашу Анечку. Мою Проходите, модель. пожалуйста, к нашей прекрасной вешалке, где собрано. Прям целая так. коллекция. Целая коллекция, далеко не полная, к сожалению, но все-таки. Я хочу начать, у нас скоро начнется зима. Ой, нет, подождите. Хотим Хотите ли это? вы этого или нет, но я хочу начать свой, так сказать, свою, свой показ с модели, которая очень популярна. Это еще не все. На подождите. Полесье? На Полесье? Да, на Полесье. Подождите, это Вы еще знаете, не я все. Вы знаете, я помню, мне бабушка когда-то не в не, Ельском не, не, не районе не завязывала подождите. именно так платок. Нет, О, еще не все. Это, э, это основа. утепленный вариант зимний, который так. всегда одевали, потому что у нас хоть и Полесье... Ирин, можно я вашу шаль подержу? Да, пожалуйста. пожалуйста. Южный район, но у нас зима довольно суровая. И вот таким образом женщина себя одевала ну, просто зимой. Прекрасно. Вот, чем не просто прекрасно. Просто прекрасно. Ну, мы, так как Аннушка у нас очень красивая, молодая девушка, мы ей оденем косыночку более красивым способом. Ну и к зиме подготовили Анушку, уже научили да. как и что. Так. И вот здесь же еще и гамма цветовая, правда? Очень большая цветовая гамма. Здесь вот, кажется, платки все одинаковые, правда? Но ну, есть да. шалевки, а есть павлопосадские платки. И различить разницу невозможно. А разница всего лишь в узоре. Вот это павлопосадский платок, а вот это шалевка. Угу. Всего лишь узор, совсем другие ну, цветы. Мне кажется, те же цветы, ну, немножко, там розочки, там лилии. Вот. вот. Сразу, да? Сразу да. опытный глаз. Так, Анечка. Так, Анечка помогает. Да, Итак, мы сейчас немножко. повязываем. Мы повязываем, как бы челму. О. -о, -о, -о. Ну, таким нашим, скажем, uh -huh. языком. Если предыдущий вариант был зимний, то этот какой? Этот какой хотите? сезон Да. Этот какой хотите? Так. так. Но это ж надо так вот выбрать, понимаете, черный фон, потом каемочка цветная, да, и чтобы немножко вот этих вот немножко бахромы. Нет, нет бахрому мы бахрому спрячем. Прячем. У нас не тот вариант. Так. Так. Но это явно демисезонный вариант, потому да. что все-таки тепло в голове. Э, эту, эту модель можно делать и из короткой кусточки. Но дело в том, что оно вот красивее красивее, Анечка, попроситесь, да. Сейчас подождите, хвостик подождите. подождите а, подождите, а еще, не все, все. еще не все. Так, Анечка, можно тебя попросить? Спасибо. Красота. Ну, прям это ж надо выложить этот платок шапкой. в такую, как я вы, хочу шапкой. сказать, шапка, да, шапка, я хочу да. сказать, что. Вообще, по правилам, под эту челму навязывается тонкий платочек. Понимаете? Угу. И для это чего, уже для, как чего? для того, чтобы придерживать волосы. Понятно, а чтобы все, волосы что не выбивались. сверху, да. Все, Анечка, пускай. А все, что сверху, это просто для красоты. Прекрасно! Просто просто обалденный Ты можешь повернуться. вариант. Ну вы посмотрите. Но еще проще всего, и большинство наших полезских женщин, скажем так. Ой, где взять красивее Мне вот так давай. интересно, как Ирина ориентируется в этом количестве платков. Так вы Носит да? довольно простым способом. Как теперь, кстати, носят так и мужчины. Бандану. и Называется это бандана. Это рабочий вариант. То есть так женщина повязывала на огород. Дайте корову. Ничего не Воды. мешает. Подпитывается, а да. Все волосы подобраны. Есть еще один вариант. Вот буквально так же, Анечка, потерпи, я тебя немножко поэксплуатирую. На длинные волосы делается вот так, в форме цыганки. А мне кажется, это уже какой-то пиратский вариант. Правда? Здорово смотрится. В Отлично. Здесь еще из концов делается мини-розочка. Какой же пират с розочкой, правда? Вот именно... Нет, это полишучка какая-то современная такая. Вот так, на длинные волосы. Вот если как коса, и вот здесь, вот коса, и вот такой. Это вот очень вариант здорово. Есть Ирина, еще скажите: в вашем арсенале еще есть несколько вариантов э, завязывания да. платка. Мы тогда, наверное, все-таки сейчас остановимся на этом и скажем нашим телезрителям: дорогие друзья, вы, пожалуйста, на нашем канале оставайтесь, потому что сегодня у нас в гостях представительницы Ельского района, и у них еще очень много всего интересного. Пожалуйста, пишите вайбер и звоните нам 34 22 43. Быть, не трапится а вот такие, как я.

Дорогие друзья, сударушка агрогородка Кочище Ельского района поет сегодня для нас и наших зрителей. Ну, а Наталья Цалко рассказывает нам об особенностях репертуара и истории коллектива. Я хотела спросить: а вот агрогородок Кочище это э, большой населенный пункт? Ну, хочу сказать, не, не очень большой, но для нас он самый лучший, красивый, удобный. У нас есть школа-сад, музыкальная школа, у нас очень красивые места, у нас очень яркая деревня. И, и судя по всему, много молодежи. И очень много и молодежи. И все голосистые. Ну, вот смотря на сегодняшний коллектив, я хочу сказать, что да, я люблю этот коллектив и считаю, что он самый голосистый. Наталья, дело в том, что и мы все полюбили уже этот коллектив, вот, и тоже считаем, что вы самые голосистые. Я хочу зачитать несколько присланных Вайбер сообщений и начать хочу. Это сообщение не первое пришло, но мне именно с него хочется начать. Символ Ельска – это хлеб-соль. Гостеприимство, главное качество людей, которые живут в этом благодатном краю, написал Сергей. Правда приятно? Сергей, вам аплодисменты, безусловно. Символ полесия это болото. Легкие всей Европы, отметила Светлана. Отмечают деревню Добрынь. Это моя малая родина, пишет Анна. Ельский район. Часто вспоминаю детские годы, проведенные там. Вот правда приятно читать такие сообщения. Дорогие друзья, 34-22-43 вы можете позвонить и рассказать, а какие самые заветные, самые желанные места на Полесье или в Ельском районе есть у вас? Какие места вы рекомендуете посетить? Звоните, пожалуйста. Еще одно сообщение с вопросом, но на него немножко позже ответим. А какие обряды сохранили на Ельщине. Возможно, их можно представить в качестве символов, пишет Петр. Так что Елена, готовьтесь к ответу. Ну а пока Елена готовится, я несколько вопросов задам Евгении, Ирине, Татьяне. Как вы в целом оцениваете заинтересованность жителей вот историей, традициями? Евгения, вот несколько слов. В Заширии как? Вообще интересуются э, люди. Своим, то, что есть, а ведь много у вас есть, и ремесленный дворик, есть эта улица э, исчезнувших или исчезающих деревень, да, интересуются свои. Вы знаете, опять же, неудачный пример, потому что, наверное, это одно из самых молодых поселков на Ельщине. Угу. Его построили уже в 70-е годы, когда осушили болото, угу. и в основном народ там приезжий. Нет угу. такого коренного населения, как в других деревнях, которые могут похвастаться, но интерес, конечно, есть. Очень много интеллигенции в этом поселке. Угу. И вообще он у нас называется Заширский автономный округ. Мы живем Прекрасное настолько, название, настолько обособленно. Автономный. Да, это да, вообще да. отдельный разговор об этом поселке. Поэтому, наверное, лучше кто-то расскажет из тех деревень, у которых корни действительно там давним -давно. Но меня интересовало именно вот население вашей местности, автономного округа. И ребятишки же с удовольствием идут, правда? Ну, конечно, с удовольствием идут. Потому что их ведут, как ведут, не за руку ведут, а ведут тем, что наставляют, рассказывают, Прекрасно. заинтересовывают и дают почувствовать, что они-то родились уже там. Да. Если, если да, корни может быть их предков и откуда-то пришли. Уже ну, а в этот поселок. Здесь, а, они уже, да? да, они уже коренные жители. И именно им создавать эту историю. И вы знаете, правда? что даже вот полициям видно, что они гордятся уже тем, что они Прекрасно. родились. Там, да. Ну, подключаем к разговору Татьяну. Знаете, я хочу выйти немножко за пределы района и даже, наверное, области. У нас в Минске живет уроженец Ельского района, писатель-краевед Миксюк Степан Иванович. Человек совершенно неравнодушный к истории своего района, к истории края. В общем-то, он за довольно короткое время издал четыре книги. Первая книга – это «Помни имя мое о своей родословной», Вторая книга ⁇ Каролинские рассказы. Там именно идет об, об, об основании местечка Каролин или Ельск, где ему быть, то ли в Михалковской, то ли в Каролинской власти. Угу. Третья книга ⁇ это посвящена Великой Отечественной войне в, память, войне в памяти народной. Ну и четвертая, буквально последняя книга. Вот он недавно к нам приезжал в музей, подарил ее, называется ⁇ Партизанское братство ⁇ Это книга о взаимодействии словаков и наших партизан на... Общей территории нашего района и Лельческого района. Но это пример, это замечательный пример. Но это вот один человек. Это не один. Скажем человек. так. Ну, вы просто рассказали пока да, о, да, об одном человеке. И это замечательно. А есть ли вот массовый интерес? Ну, конечно же, как же как же без этого? Вы знаете, нравится нам вот пример даже из Израиля приехала группа коренных жителей, бывших ельчан. Представляете? Они пришли к нам в музей, они настолько восторгались. Они купили эти кружки, мы делаем кружки с печатью нашего засинца, да -да. Э -э, картин засинца. Они вот прямо со слезами на глазах. Они говорят, боже мой, сколько лет мы здесь не были, как все изменилось, как все близко. И один из них оставил свое стихотворение. Мы это стихотворение отдали в нашу районную газету. Эта районная газета напечатала еще другие примеры. Дети, конечно, же ходят. Основной контингент, основной посетитель наши дети. Кто, если бы не мы, не будем их учить, не будем их рассказывать о нашей истории, о том, что было раньше и что сейчас происходит. Да, да. Вы <сínt> знаете, вот сейчас слушаю вот все это, и у нас ведь сейчас в каждой деревне проходит День деревни. И мы, Это, кстати, очень хорошее начинание. И мы правда? сейчас ездим выступать, и знаете, как интересно наблюдать? Вот ответ на ваш вопрос. Интересуются ли люди? Приезжают, те, которые в, дет... в... в юности разъехались по всей земле, и на север стран... России теперь уже, и, и в Санкт-Петербург кругом. Ностальгия по родине вот сейчас с возрастом, они приезжают, мы делаем выставки, фотографий, настолько их прям распирают. Вы знаете, вот каждый стремится что-то внести еще до пол. Я помню там эту улицу, я помню, вот у нас тут музыканты были, здесь у нас вот этот был, вот этот, вот все это сейчас настолько выплескивается. И интересно, вот именно сейчас, когда они уже уехали, когда эти деревни, иногда даже на пустом поле, где уже вокруг лес, деревни нет, но они приезжают, собираются. И вот где уже они. Из них прямо вот это вот все. Они вспоминают все от рождения настолько ярко, настолько у них сейчас вот это вот все актуально. Вот когда этот интерес никогда mm -hmm. не уезжали, а, mm -hmm. подумаешь, в деревню мы да, хотим да, в город. Да, да, да. Сейчас а сейчас там... они готовы целовать эту Да, землю. да, это вот правда? когда они всю эту историю поднимают, ее сейчас надо все записать, пока они съезжаются в такие дни на день деревни, чтобы все это потом сохранить. Но вы это используете, правильно? Я так Конечно. понимаю, что записи ведутся, да, да и да, там да. богатейший архив, который впоследствии используется. Мы еще поговорим об этом. Елене хочу задать вопрос. А вот культурные проекты, их хватает на целый год на Ельщине? А, да, действительно. У нас все расписано от начала года и до его завершения. Начинаем мы, значит, проект, фольклорный проект у нас «Колядная зорка». Далее вот я хочу ответить на вопрос Петра. У нас очень интересный обряд в валавском в центре народных традиций они восстановили интерактивный обряд сороки. Сороки, то есть если турист захочет поучаствовать в обряде, да. то ему нужно приехать когда? Вот именно 22 в 22 марта, если прям вот в тот день, в день да. весеннего, весеннего равноденствия. Да. И это все будет. Деревня Валавск, да. правильно? Деревня Ну, вы же не только калядную Зор, зорку и сороки, но еще какие-то интересные да, вещи. Да, опять же, ответ на вопрос. У нас очень интересный обряд, возрожден он Ремезовским сельским домом культуры. Это обряд первой борозды. Там очень много редких ритуалов, Обрядовых действий, которые именно присущи вот это, жителям деревни Ремезы. Mm -hmm. Это и специальные, они когда э, делают специальный, э, как бы сказать, э, узелок, mm -hmm. который ложит в эту вспаханную борозну, ложит топор. Ложат Но ветри. это все ради вот, чего? Вот, ну, это для плодородия. Чтобы, чтобы, урожай, да, был чтобы хороший. урожай был. Помогать хороший. хороший, кстати, хороший урожай в ремезах. Да хорошие, так? Судя по всему. Хорошие. Раз и топор, да, и узелок. Да, 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 да. Хорошо. А вот по осени какие обряды? Вот в ближайшее по время. По осени у нас вот буквально вчера у нас молодой культурный проект «Спас лакомка», который прошел у нас, это уже второй год он, проходит в деревне-агрогородок Добрынь. Да, ну вот... Это, кстати, та Добрынь, о которой писали, да, деревня да, Добрынь, да, да, моя да, да. малая родина, Анна. Очень масштабно он прошел и интересно, и обязательно наш священнослужитель нашей Святой Ройской Церкви uh -huh. проводил обряд освящения фруктов, концертные программы, и ну, очень здорово было. Спасибо. Вот мы сегодня уже несколько раз начинали и говорили о Полишуках. И мне хотелось бы спросить у вас, наверное, Татьяна, вот самые известные, ну скажем так, люди Ельщины, Ельского края, это, наверное, и спортсмены, и художники, и э -э государственные конечно, деятели. Конечно, конечно. Но о а ком я хочу сказать в первую очередь, это об Анцукевиче Николая Петровича. Его здесь, ну, в принципе, в Гомельской области, наверное, может быть, никто и не знает. Знаете, не а, слышал. Белорусский да. филолог, исследователь слова о полку Игореве. Вот. Родился у нас в местечке Каролин. Еще тогда было местечко угу. Каролин в Ельске. А, он очень интересный человек. Знаете, при его жизни не было значит, напечатано. это его трактовка слова о полку Игореве. К сожалению, он ушел из жизни в 1974 году. Его сын воплотил это в жизнь. Сегодня его перевод имеется у нас в музее. Сегодня книга Илиада Гомера, перевод его тоже имеется у нас в музее, потому что мы поддерживаем и поддерживали тесные связи с именно с его сыном ныне покойным, к сожалению, он жил в Вильнюсе. А, а отец его, Николай Петрович, долгое время был директором Лунецкой гимназии. Кстати, uh -huh. наша гимназия и Лунецкая гимназия очень тесно сотрудничают. Тот же самый Станислав Шабуневский тоже уроженец. Это, знаете, наша гордость. У нас есть и у а, геро... Кстати, сохранилась ли как у, у... В Ельске? Может быть, он что-то спроектировал? К сожалению, нет. Они семья была довольно зажиточная. Но ну и как бы будем говорить так, не для наших полезских краев. Видимо, они хотели дать образование своему сыну, и они уехали от нас, и абсолютно ничего. Буквально с маленьких лет они уехали отсюда дальше. Он учился и вот занимался Но именно все проектированием. все равно гордится, да, 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 что да. именно она дала Герой родине Союза. такого сына. да. Каплан Лазарь Моисеевич, уроженец деревни Скородной, я тоже не могу о нем не упомянуть. Потом у нас спортсмены, участники вот Олимпийских Лена Невмержицкая, да? Лена Анна Мозгунова, они у нас... У нас легкая атлетика, Станислав Щербаченя, Гребля и многие-многие другие, которые внесли в, докло, ну, в свой достойный клад. Вот показывает Маназарчук Николай Александрович, он художник и довольно известный в Беларуси. А это? Mm. Это наш спортсмен. Это Ра, наша Немиржицкая и Щербаченя. Да. Uh, в общем-то, много ученых, даже здесь в Гомеле живут, и Бачков вот работает, наш ну, уроженец, и Валетов работает в Мозере. В общем, много-много людей, Я которых понимаю. можно Скажите рассказать. Скажите кратко, так. есть ли какие-то, ну, вот, может быть, маршруты э там, э туристические или экскурсионные, э связанные именно с именами я не могу сказать, что именно конкретно с именами, не могу сказать, но у нас есть такой маршрут, который разработали мы, музейщики, он называется «Дорогами войны», и мы проезжаем практически всю территорию нашего Ельского района. И там, где этот известный человек родился, мы обязательно останавливаемся и указываем, и рассказываем. Потому что, по ходу, мы говорим не только о каких-либо военных действиях, что проходили на территории района, но и об тех известных людях, и об истории этого конкретного населенного пункта. Спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о достопримечательностях Полесья и, в частности, Ельского района. Поэтому звоните, если у вас есть вопросы, 34-22-43 и пишите в Вайбер пример с тех, кто уже оставил свое сообщение. Я родился и вырос на Полесье. Полесье – это мое все. Катерина Ивановна. Леса в Ельском районе просто прелесть и дышится легко. Иван Михайловичев. Вот такие сообщения. Дорогие друзья, встретимся после рекламы, естественно, послушаем еще одну песню Сударушки и узнаем много-много интересного о Ельском крае. Дорогие друзья, добрый вечер. Если мы только что с вами поздоровались, сегодня у нас поет Сударушка вокальный ансамбль из Агрогородка Кочище Ельского района. Ну а говорим мы о достопримечательностях Полесья и Ельского района. Наталья, хочу спросить, по какому принципу отбираете репертуар? В первую очередь, чтобы она ложилась на душу, как у нас Песня. говорят, да, чтобы так. она задавала задор для народа, ну и чтобы нам самим было весело, и чтобы танец шел. Ну, прекрасно. Вот три песни прозвучали, и три такие позитивные, веселые. Последняя песня из репертуара ансамбля «Беседа». Беседа да. Скажите, а вот ваши кочищанские песни вы поете? Да, мы поем наши кочещанские песни. У нас еще остались кое-какие можно сказать, запасы от наших предков. То есть вы записываете? Да, мы сюда и у нас есть акапельные песни, которые мы поем, мы вот, например, перед началом репетиции. Это очень э, помогает нам настроиться на позитив, ну, можно сказать так. Они сильно отличаются, вот, те песни кочищанские от, скажем, других белорусских народных песен? Конечно же. У каждого народа, у каждого, можно сказать, у каждой дерев... интересности местности деревушки, да, может быть, кустовой, как у нас говорят, есть. А у каждого есть свои акценты какие-то, какие-то звуки. То есть одна и та же песня может звучать по-разному в разных деревнях. Хорошо, как звучит она в кочищах? Звучит, как она в кочещах? Например, вот есть такая песня. А в городе верба росла, А в городе верба росла, Там стояла девка красна. Ну, примерно вот так. Спасибо. Без подготовки экспромт. Спасибо вам большое. Ну что ж, я желаю вам полных залов. А, вот этот источник творчества неиссякаемый. Спасибо. И пусть всегда вам аплодируют стоя. Спасибо. Вы молодцы, вы прекрасны. А, мы продолжаем путешествие по Ельскому краю. И я хочу спросить: у Евгении: все же меня вот интересует этот Заширский автономный округ? А, сколько лет деревья? деревня? С 70 ну, 70-х 70 70 годов. Но тем не менее, там существует прекрасный центр культурный центр, в котором вы, по сути, со своими коллегами хозяйничаете. Так? Создан город мастеров. Угу. В городе мастеров, вот если приезжает турист, он может только посмотреть или все же может и руки приложить. Вы знаете, сейчас мы можем дать несколько мастер-классов по тем видам, какие у нас есть корневая скульптура. Мы можем дать постучать молотком по наковальне, что-то изобразить. Пока нет станков для работы с глиной, мы можем из соленого теста что-то вылепить. В общем, у нас очень много предложений. Мы можем принять любого уровня э, семинар какой-то или кто-то позвонит и скажет, что хочет приехать. Да, нам на я учебу хочу мы посмотреть. можем без всякой подготовки принять любого уровня, любого количества людей, и они все уедут удивленные, это уже факт. Монетку можно выковать у вас? Ну, при желании можно все. А подковку? Конечно. А, а бандарей случайно у вас нет? Вот говорят, бандарство теряет, э, так сказать, свои позиции. Самом за в самом зашире нет. Но я надеюсь, что мы создадим такие условия и вырастим мастеров своих. Сейчас было бы желание. Скажите, откуда всему? у вас столько талантливых людей? Какой в чем баня? секрет? И кузнецы у вас есть, и люди, создающие вот эту красоту есть, и из глины лепят, и... Ну из вот тесто соленого пекут. Вот посмотрите, из этой красоты... Вот эти скульптуры, они сделаны из обыкновенного цемента. Причем мы не знаем, как они делаются. Мы работники культуры и не самого лучшего. Вы хотите сказать, что вы не заказывали. Это вы сами. Мы сами все от ноля. Мы построили эти здания, научились. Хореограф, художественные руководители все. Сначала, когда я предложила, мне всегда чего-то не хватает. Мы хорошо поем, мы хорошо танцуем. У нас для деревни семь коллективов со званием. Образцовый народный, в республике аналогов такого нет. Сколько человек в зашире? Около тысячи. Живет человек, это небольшой населенный пункт, и семь коллективов со званием Бразцовые народы не говорю уже про остальные коллективы. Это очень высокий уровень. У нас есть и театральный народный, и фольклорный. Мы собираем и белорусские бытовые танцы. Этим гордимся и хвастаемся за границей. Когда наш детский коллектив едет за границу, мы эти танцы с удовольствием предоставляем учить немцам. И они э, с удовольствием их танцуют. Я к тому, что кроме того, что мы танцуем, поем, у нас есть театр, эстрада, народная музыка, детский ансамбль народных инструментах и взрослый. Для того, кто приедет заинтересовать на любой вкус. Плюс вот эти дворики. Я говорю, ребята, вот мы хорошо танцуем и поем, но что мы оставим? Мы спели, шикарное шоу, у нас программы есть. сценарии неповторимы потому что все рождается в голове. Иногда просто ночью вижу этот сценарий, днем его воплощаю, пишу эти сценарии. То есть аналогов тоже нет. Вот этим мы еще уникальны. Я говорю, а давайте шире попробуем. Вот мы хороший концерт сделали, театрализованный на ура. Да, но он ушел, и все. Давайте после себя оставим что-то, что, что вот будет для всех интересно, и соберет людей еще для чего-то. Получат ремесло, будут иметь какую-то копейку, будут гордиться тем, что они что-то умеют. И вот, кстати, улица исчезнувших, вот это, исчезнувших деревень. деревень это тоже. Наша подобный идея, наш способ, проект. Да? Да, это мы угу. все построили. Вы знаете, мы больше 20 лет. Вот с тех пор, как я приехала, даже около 30 лет, в Беларусь. Я была, приехала городской житель, для меня все было. Я другими глазами на все смотрела, брала детей с собой из-за своего ансамбля, брала магнитофончик, мы ездили, записывали песни. То есть для меня это все было как другой мир. Я попала в другой абсолютно вообще ну, как фантастика какая-то для время меня это было другое, да? Именно а просто время другое. Сторону. Я приехала из большого города в деревню, где для меня было все новое: туалет на улице, лапки какие-то, еще ну, что-то. Да. Поэтому своими глазами они -то кому -то, ко всему этому привыкли. И поэтому, может быть, не замечали того, что замечала я. Теперь этот материал очень пригодится. Вот как есть в поисках утраченного очень хорошая в газете рубрика да, да? Да, да, проект. Все mm -hmm. время у меня на устах в поисках утраченного. Мы сейчас живем в таком переломном моменте. Когда старики уходят, которые жили столетиями этим бытом, а молодежь разъехалась, и вот сейчас вот это вот все исчезает. Вы сильны тем, что у вас в запасниках много еще чего, да? Очень и много. И вот на улице э, как э, как правильно исчезает? Улица это... исчезающих деревень. Знаете, очень много уже и исчезнувших, и там, где один, два, три жителя остались. Их рано пока заносить в исчезающие, Мы, это пусть голоса, будут голоса, живые деревень. Деревни, да. да, вы знаете, чем она интересна? Очень много открыток, писем в каждом домике. Каждый домик соответствует какой-то деревне. Вы заходите туда, можете все потрогать, посидеть, поностальгировать. Со слезами на глазах читают вот эти вот советские открытки, когда это было не материально важно, а когда ты получал вот эту открыточку в конвертике, это можно было потрогать, и это было настолько вот духовности, что ли, больше, да? И сейчас, когда я наблюдаю тех людей, которые приезжают, и каждый норовит прийти в свой домик, ой, это ж вот мои предки, а у нас там и фотографии висят этих людей, которые мы насобирали в экспедициях этих, да. Uh -huh. Поэтому я считаю, что для будущего это здорово. И вы будете развиваться, и еще э, эти экспонаты найдут свое место да, на открытой я выставке, думаю, да. я так понимаю. Да. Меня зрители просто не простят, если я не задам вопрос Татьяне. Полесье, Ельский край, это же природа, это же рыба. Знаете, если рыбаку, как там говорят, связывают руки, то он говорит, вот такой мужики, не поверите, глаз такой. Есть такое? Конечно есть. Главной туристической достопримечательностью нашего Ерекалисова, конечно, является наш охотничий домик, который расположен на берегу прекрасного водохранилища Бобруйковска. Это водохранилище передано. Так это целый комплекс, мне кажется. Да. На сегодняшний день это уже целый комплекс. И хочу сказать, что этот комплекс предоставляет сегодня широкий спектр услуг для всех туристов, для всех желающих. Сюда приезжают к нам и охотники из зарубежья дальнего и ближнего. Это и Россия, и Украина. И... А с семьями можно приехать? Конечно, можно. Приезжайте. У нас созданы все условия на нашей базе. Есть и... Вот на фотографии показаны и качели, и детский уголок. И есть банкетный зал на 150 посадочных мест. Есть гостевой дом, есть охотничий дом. Всего у нас 8 спальных мест. Есть площадка для барбекю. А самое главное, это э, наше водохранилище, которое полноводное, а. полнорыбное. И, и вот и, где вот эти вот рыбы да, и водятся, и сказать... каких показывают? Это не для выставки поймали? Нет, это не для выставки. Действительно, водится у нас... Шикарные трофейные карпы. Ну и вот в сегодня... последнее время какого размера ловили? Ну вот буквально две недели назад к нам приехали э, с Минска спортсмены, которые ловят рыбу на спортивной снасти. Этот вид спорта наз... называется кардфишинг. И последний их трофей 22,5 килограмма карп. Mm -hmm. Конечно, приятно э, видеть, да, такие особи. А еще приятнее, когда спортсмены ловят, делают замеры и отпускают его э, снова в воду. Это здорово. Вы знаете что? Мы же обещали зрителям еще один очень хитрый способ повязывания платка. Пока Анечка проходит и Ирина с ней работает, вот, я задам еще несколько вопросов нашей Татьяне. Татьяна, хорошо, ну а если те люди, которые, скажем, хотят более активного отдыха, вот, их интересует, например, посмотреть природу полезскую, есть какие-то экологические тропы? Конечно, есть и не одна. Самая основная экологическая тропа называется «Живописные образы Ельщины». Она разработана с 2012 года. Нам помогли научные сотрудники Института леса Гомельского. Конечно, мы охватили, постарались охватить весь свой лесной фонд, который у нас очень большой. Покрытая лесом площадь составляет 78 тысяч гектар. И как раз таки в эту экологическую тропу вошли 12 остановочных пунктов, где не только культурно-исторические объекты, да, но и также природные. Но основные сегодня уже Татьяна Борисовна назвала. Это сосна обыкновенная, да. черная береза, река словечина Дубрава на территории Ремезовского лесничества, Чересчатый дуб в деревне Кузьмичи отселенной после mm -hmm. Чернобыль И, наверное, катастроф. за каждым объектом интереснейшая история. Yeah. Я подозреваю, какая интересная история за черной березой стоит, но о ней, об этой истории, зрители узнают, когда приедут Вельский Обязательно. район. Обязательно. Спасибо вам за рассказ. Ну, а теперь посмотрим, как же повязала платок Ирина Аннушка, предстань, пожалуйста, пред нами. Что Я же хочу это за Обратите внимание, что это старый полезский именно способ. Вот. Все женщины, которые уже замужние, сталые, скажем mm -hmm. так, молодички. Все носили так платки. Самый распространенный способ ношения платка. Ну Но вот сегодня мы самый посмотрим один из и скажем, вряд ли так да, сегодня. Он, он кажется не очень красивым. Я не знаю, я честно скажу, не знаю, почему именно завязывали вот сюда. Потом уже пошло самый распространенный способ. Это вокруг Ну может шеи. быть, Ирина, может быть, украшали Но вот первый, этой бахромой. Первый, да? самый древний можно назвать, когда пошли вот именно такие платки с бахромой. Это был вот такой способ. Ну, вот, или мне кажется, или это я уже придумаю, мне кажется, вот в какой-то сказке э, русской, наша. да. Вот, Нет, Павлинка э, наша. Павлинка наша тогда. Да? Вот Пиши. именно так повязывали платок. Если я не ошибаюсь, мне кажется, вот, вот там позаимствовали кума наш полет. Паль... Павлинки тетка, да. именно была завязана таким вот, способом. может быть, я путаю, да. Может, это театральное мое впечатление. Спасибо вам огромное, Аннушка, спасибо. На вас. Ну вот какой платок не повяжи, кокошник ли, одень венок, ну просто красавица. Да, мы надеемся, что в свете вот этого интерактивного голосования бренда Ельского района да -да. Матулина Хустинка по праву войдет в это голосование. Ну, так она же вошла Потому что уже. база наполняется, организаторы да. приняли такое решение наполнять базу, и было очень много интересных предложений, около 30 в Ельском районе, вы можете себе представить, около 30 предложений было. Очень много и были выбраны лучшие работы, и лучшие материалы и выставлены здесь в Гомеле на выставке брендов гомельской области, да. который был проходил на День независимости. Среди них была и Свято-Троицкая церковь и песенный материал э, фольклорного коллектива деревни Козлы и квасовка наша была представлена так, вот, Наталья вот, сегодня. Но, я думаю, что главный да. бренд э, Ельского района это э, Гостеприимство, девушки, спасибо, проходите, пожалуйста. Аплодисменты, конечно. Аплодисменты. Дорогие друзья, как много интересной информации осталось у нас просто неподнятой. Если вы заинтересовались, добро пожаловать на Полесье, в Ельский район, в частности, и вы узнаете, что самые хлебосольные люди живут именно в Ельском районе. Дорогие участники, дорогие зрители, я благодарю вас за то, что вы приехали сегодня, пришли, воспринимали информацию, передавали информацию. Спасибо вам огромное. Ну а нашим телезрителям я, конечно же, желаю приятных путешествий, интереснейших километров с информацией, с новыми впечатлениями. Это был Добрый вечер, Гомель. Всего вам доброго и до свидания.